А как еще объяснить? ГРУ Вашингтона, стоит там. DC, филиал России, да? Дипломаты. Из-за того, что вы буксуете, ваша жизнь находится в опасности. Когда Рашида убрали, по 7, Сторм 333, правильно? Я уже доказывал, что Эштон Сторм здесь гуляет, и инструмент секстант своровал. И ноль внимания со стороны полицейского департамента, правильно? То получается, секретарь Рашидова и занимал пост временного президента СССР, правильно? Теперь, из-за того, что мой отец умер, утопленный, был убит в Карасу, из-за того, что на него натаскали этот Сторм 333 врагов, а это ЦРУ, получается, пропытали в посольстве США. После чего убили и выбросили. То получается, я по своему статусу выше любого дипломата на территории США или любых других территорий. А теперь смотрите. В Ростов старины — это возврат в Первой и Второй мировой войны, все старины. Насилие, издевательство над животными, над человеком, то, что вы сделали, то же самое, что дворец Амин вот этот. И ожог, и отрава, и глазочки, и сомской силы, и так далее, и католической, и православной, все что угодно, все антисоветское. Вот так наиздевались, воровство дельфинов, продажа электроники, продажа других видов спорта, да, и млекопитающих за рубеж. Здесь и наезд Сан-Диего. Сан-Диего дельфинария находится. Джипик, да? И здесь имя Джефф, Джефф, Джефф. И это все Джинин муж. Хаспил. И тут Трамп. И так далее. Бимсы всякие, Иванки Трамп. Соединение с нагущим водохранилищем и отдыхом, заказом первых Аэрофлот потерь. Звонок в Аэрофлот компании, где Ирина, номера 58, по-моему, или 5-5-5-8, кто его знает. Не буду говорить, знаю, что пятерочка существует там. Не стал вызывать ни директора, потому что получается директор Аэрофлота ЦРУ. Потому что это в пользу Аэрофлота. Теперь посудите сами. Вы должны вернуть с Первой и Второй мировой войны пушнину и все остальное из-за астрономических инструментов, что вы такие жадные. Также вернуть всю электронику, технику и всех млекопитающих. И в зоопарке, и везде. Советский Союз должен быть восстановлен. Из-за моего голоса я присоединяю не только Узбекистан к Советскому Союзу, то есть к России. Афганистан, Ирак, Иран, Пакистан, Сирию, Саудовскую Аравию, Турцию, Германию, США, Британия ломанулась, правильно сделала. Но если, не дай бог, этот заказ идет с Британии, САС, САС, Эштон Сторм, да, и Сторм 333, операция ГРУ. Значит, вы занялись травлей. Слушайте, вы ничего не желаете, буксуете. Извинений нету. На вопросы отдайте моего дельфина. Чего вы делаете? И вот теперь запомните, посы России. По статусу я выше вас, даже выше Путина.
А насчет Трампа даже говорить не хочу. Трамп террорист. Вместе с Баракчой. Барака Обамы. А Шавкат вообще никто. А теперь Ханс Хасхокер. Получается, кто у нас? Связан с Афганистаном, да? И тут идут дайверы за жемчугом в Индии. И пропажа дельфинов. И получается, ревнивый с жены Хаспил муженек. То, что ей по ночам напевал, чтобы она повесилась или порезалась. Слушай, Жин, может, я твой голосочек слышу? Ты газетки надо читать. Или Мелания, это ты? А теперь и подумайте. Иван Андреевич Столбун, сын героя, ну, героя Советского Союза. Героя непростого, кто борется с терроризмом. А своих американских спаев, шпуков, овчинников, которые рожают от нежных пальчиков FBI и детей вон того дворца Амина, или чемпионов всяких Ирака или Ирана. Или ты FBI, говоришь, инструмент поддержишь астрономически. Короче, ребята, вы мне должны жизнь мою вернуть. Душу моих дельфинов и мое наследство. Если вы до 24:00 сегодняшнего дня этого не сделаете, вы вернете все до единственного. Потому что сегодня был последний суд, правильно? Сегодняшним судом все и решилось. Владимир Владимирович Путин предупрежден. Если он не реагирует, он враг России. Так же, как каждый президент бывшего Советского Союза. Вас всех расстреляет.